В этом году в Химках планируют подключить газу 160 частных жилых домов. С помощью дешевого голубого топлива жители смогут не только готовить еду, но и отапливать дом. Вместе с оборудованием специалисты устанавливают в каждый дом и газовые анализаторы. В 2021 году по поручению президента нашего Владимира Владимировича Путина началась программа социальная газификация, ускоренная догазификация населенных пунктов, частных домовладений. Нам Мособлгаз проводит эти работы до границ земельного участка, а дальше уже жители подключаются сами, значит, ну и также эту услугу может оказать Мособлгаз. Газификация будет проходить в несколько этапов. В программу включены все населенные пункты Подмосковья. Главное условие – дом должен находиться на территории ИЖС и состоять на кадастровом учете. Узнать дополнительную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или в МФЦ.